Всем доброго времени суток. Сегодня я буду готовить пирог на мацуне с манной крупой. Помимо мацуни и манной крупы я беру сахар, подсолнечное масло, мука, здесь изюм, разрыхлитель и ванилин. Муку я добавила, разрыхлитель. В мацуни добавляю манную крупу. Сахар, ванилин. Зеты. Подсолнечное масло. И понемножку буду добавлять муку с разрыхлителем. И перемешиваю, друзья. И хорошо помыла. Постояла в воде немножко. Не постояла. Изюм и добавляю сюда. Такое тесто, друзья, получается. Здесь у меня форма, я ее смазала маслом и присыпала мукой. Сейчас принесу сюда тесто и отправляю все это в разогретую духовку. Прошло 40 минут, пирог готов, друзья. Сейчас я его вытащу из формы и, когда он остынет, еще присыплю сахарной пудрой. Хочу разрезать, друзья. И вот такой он внутри. Пропеченный, красивый и будет понятно вкусный. Готовьте, друзья. Всем приятного аппетита. Спасибо за вашу поддержку. И как всегда, до новых рецептов. Бог даст. Всем пока.